Здравствуйте. У нас урок русского языка в 7 классе на тему междометие. Междометие – это та часть речи, которая стоит отдельно от самостоятельных и служебных частей речи. Откройте, пожалуйста, тетради и запишите нашу тему. Междометие как часть речи. Запишем. Неизменяемая часть речи, которая выражает различные чувства, но не называет их. Но внимание! От междометия надо отличать звукоподражание. Звуки или сочетание звуков, которые служат для передачи криков животных, голосов птиц, звуков неживой природы. Все нам знакомы такие междометия, как «ох», «ах», «ну», «ура», «прочь» и так далее. Вот наше домашнее задание. Составьте, пожалуйста, с этими междометиями предложение. Спасибо.